Выступая перед 69-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг жесткой критике политику Запада и в первую очередь США. В частности, он усомнился в законности авиаударов по боевикам группировки «Исламское государство» на территории Сирии без санкций Дамаска. Борьба с терроризмом должна опираться на прочную почву международного права. В успеху совместных усилий не помогают попытки действовать вопреки уставу нашей организации. Борьба с террористами на территории Сирии должна выстраиваться в сотрудничестве с сирийским правительством, которое четко заявило о своей готовности к этому. Лавров обвинил Запад в намерении подчинить себе весь остальной мир и в первую очередь Европу. Запад взял курс на вертикальное структурирование человечества под свои далеко не безобидные стандарты. Провозгласив победу в холодной войне и наступление так называемого конца истории, США и Евросоюз нацелились на расширение подконтрольного им геополитического пространства без учета баланса законных интересов всех народов Европы. В кулуарах Генеральной Ассамблеи Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И. Министры выразили удовлетворение уровнем координации и взаимодействия двух стран, сообщается в официальном коммюнике.